Государственный долг, как правило, становится предметом бурных обсуждений, вызывающий как множество вопросов, так и пониманий. Каждая страна мира имеет в своей совокупности займы, как у внешних кредиторов, это страны и международные финансовые институты, так и внутренние. Это финансы банков-кредиторов государства. Из всего этого и складывается госдолг. Государственный долг Кыргызстана остается устойчивым и подвержен умеренному риску. Сегодня он выстроен на уровне 53% по отношению к ВВП. По данным Министерства финансов, на март текущего года государственный долг Кыргызстана составляет 5 миллиардов 631 миллион долларов. Из них внешний долг государства 4 миллиарда 520 миллионов долларов. Внутренний долг 1 миллиард 111 миллионов. В стратегии обслуживания внешнего долга предусмотрено, что внешний долг не должен превышать 70% от ВВП. В Кыргызстане же были такие времена, когда внешний долг превышал внутренний валовой продукт. К примеру, 1999 год. Тогда внешний долг по отношению к ВВП вырос до 133%. В 2020 году уровень внешнего долга по отношению к ВВП достиг 68%. В настоящее время уровень внешнего долга по отношению к внутреннему валовому продукту упал до 53%. Сегодня государство стремится работать на опережение, налаживая промышленные производства, улучшая торговые отношения, поднимая сельское хозяйство, в целом улучшая свои экономические показатели. По плану обслуживания внешнего долга он не должен превышать 70% от внутреннего валового продукта. Не превышающий уровень внешнего долга говорит о том, что государство заняло меньше, чем произвело. Сегодня у Кыргызстана есть все возможности погасить долги. И сделать это можно без ущерба собственной экономике в течение 5 лет, утверждает глава государства Садыр Джапаров. Но здесь необходимо учесть то, что выгодно ли это для страны. Сейчас у нас есть возможности погасить внешний долг, но важно отметить, что в целом все взятые кредиты государством – это облегченные кредиты от 20 до 40 лет с 0,75% и 2% ставками. Когда брались эти кредиты, соглашения были подписаны так, что в случае досрочного погашения мы должны поверх взятой суммы доплатить проценты. В этой связи нам невыгодно погашать весь долг раньше времени. Сейчас мы оплачиваем внешний долг без задержки. Для этого у нас есть все условия, нет ничего, что могло бы вызывать опасения. На сегодняшний день из всего внешнего и внутреннего долга мы начали выплачивать самую крупную часть. Практически все время Кыргызстан, как самостоятельная страна, беря на себя долговые обязательства перед международными финансовыми институтами и странами-кредиторами, направляла средства на стабилизацию бюджета. Сегодня большая часть поступающих кредитов приходит согласно ранее достигнутым договоренностям и выплачиваются в срок. С каждым годом растут объемы по выплатам. К примеру, в 2004 году было выплачено больше 3 миллиардов сомов, в 2008 году 5 миллиардов сомов, в 2011 году без малого 9,5 миллиардов сомов, в 2017 году 20 миллиардов и 600 миллионов сомов, в 2019 чуть больше 28 миллиардов сомов. В прошлом году выплатили 33 миллиарда 600 миллионов сомов, в этом году сумма составляет чуть больше 48,5 миллиардов сомов. В будущем году необходимо выплатить 64 миллиарда 700 миллионов сомов, а в 2025 будет необходимо выплатить чуть больше 75 миллиардов сомов. Кредиты мы направляем на приоритетные проекты, нацеленные на развитие нашей экономики. Если говорить простым языком, ранее мы были государством, у которого огромный внешний долг и маленький бюджет. Сейчас же бюджет увеличен в 2 раза. Мы видим, что повышаются пенсии, зарплаты госслужащим, то, что в этом году более 100 социальных объектов строится, это школы, детсады, которые, можно сказать, десятилетиями не строились. Только в этом году обещают закончить 13 малых ГЭС, а это мы помним, что за годы независимости мы по факту построили только 1 ГЭС.
13 малых, конечно, маленькие, но они вносят свой значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности. И в целом мы помним, насколько серьезно сейчас идет обновление военной техники, пожарной техники, медицинская служба. Сейчас с введением новых производственных мощностей и развитием секторов, приносящих наибольший доход государству, экономика страны укрепилась. Как пример, показатели ВВП этого года, которые доведены до 1 триллиона сомов. Ожидаем, что к 2027 году ВВП перевалит за 2 триллиона сомов. Темп роста ВВП в 2022 году составил 7% и стал лучшим показателем. Никаких вопросов по обслуживанию госдолга не стоит проблемных. У нас проблемы сегодня именно инвестиции направлены в экономику. Нам нужны большие финансовые средства направить на глобальные государственные проекты, как, допустим, энергетический сектор, водный сектор. По методике учета госдолга, когда он становится на учет? Только после того, как снимаются средства со счета доноров, после факта освоения. То есть идет освоение средств, допустим, дорожного транспорта. Если дорога построена, идет оплата. Вот только в таком моменте она становится госдолгом. Поэтому, когда сегодня говорят, что долг у нас растет, это говорит о том, что мы осваиваем средства, которые были заимствованы еще лет, так скажем, 10-15 лет тому назад. У любой страны может появиться дополнительная потребность в заимствованиях. Такая необходимость возникает не только из-за экономического кризиса, к примеру, вызванная пандемией или застоем, но в первую очередь для реализации проектов или программ стратегического значения. Это, к примеру, создание инфраструктуры в стране, сокращение бедности, развитие малого и среднего бизнеса, усиление обороны. Хорошо, если средства можно выделить из государственного бюджета, а если финансов не хватает. Приходится отказываться от намеченных целей или покрывать его сложившийся дефицит за счет привлечения дополнительных средств, которые и образуют государственный долг. Для покрытия этого долга есть только два источника. Первый – это повышение налогов, второй – привлечение других заимствований. Если бы государство не способно было бы выплачивать свои обязательства и по счетам обязательств совершать операции, да, ни одна страна, ни один международный институт сегодня не стал бы давать нам никаких средств и предъявил бы счета досрочно. Это практикуется, если происходит какой-то дисбаланс. Если нам дают, имеется в виду государству, правительству нашему дают деньги внешние, инвесторы, внешние международные институты, другие страны, значит, доверяют стране. Значит, мы платежеспособны. Основным показателем того, что мы можем выплачивать долг, и здесь участвовать не, скажем, там, одна или две страны, если целое мировое сообщество, а мы сейчас знаем, что к нам интерес проявляют не только Китай, там Российская Федерация, традиционные международные институты, а уже страны Ближнего Востока, МВФ дает определенную позитивную оценку, то значит страна-то состоявшаяся. Международные финансовые институты ориентированы на платежеспособность страны, ее репутацию, своевременные выплаты. Нарушение этих пунктов, как правило, влечет за собой закрытие доступа к займу. Внешние обязательства по выплате долгов, они должны соблюдаться. Не можем, они должны соблюдаться. И это первая причина, это имидж государства. Это мое имя, это ваше имя, имя наших детей. Поэтому это должно делаться. Второй вопрос о том, что более важный. Кредиты действительно помогают. На финансовом сленге это плечо. Плечо для того, чтобы расширить возможности жить лучше, расширить возможности производить что-то. Без кредитов более эволюционный, более медленный путь развития идет. Вполне естественно, что мы все с вами хотим жить лучше. Поэтому для меня автоматически это вполне естественно, что мы пользуемся кредитными ресурсами. На сегодня долговые обязательства имеет практически каждое государство. И на минутку у мировых экономических гигантов, таких как Китай, США, Россия, Япония, долги исчисляются триллионами. К примеру, ежегодные данные о госдолге стран мира публикует Международный валютный фонд. Так, если брать ближайших соседей, то на начало текущего года внешний долг Казахстана составляет 160 миллиардов долларов. Если говорить о странах, у которых государство
брала займ, то тут лидер Голландия. Далее идут Великобритания, Россия, США, Китай и Франция. Также наши соседи. Узбекистан с госдолгом 29 миллиардов и 200 миллионов долларов или чуть меньше 36,5% от ВВП. Более 90% госдолга привлечено в иностранной валюте в основном из США, Китая, Японии, России и Кореи, включая вливание международных финансовых институтов. Внешний долг Таджикистана достиг 3 миллиардов 200 миллионов долларов, что составляет 41,5% от ВВП. Больше всего должны Китаю, России и США. Если сравнивать мировых гигантов, то, к примеру, у России на сегодня внешний долг составил 357 миллиардов и 900 миллионов долларов. Внешний долг США составляет 31 триллион и 700 миллиардов долларов, при этом дефицит бюджета 96%. Уровень госдолга Китая почти в три раза превышает ВВП страны – 295% на конец прошлого года, составив свыше 2 триллионов долларов. Долг в больших размерах, полученный в иностранной валюте из-за резкого повышения валютного курса, может привести к усилению финансовой нагрузки. Данная проблема вызывает опасения, особенно у развивающихся стран, какой является и Кыргызстан. Несмотря на это, в мировой экономике потребность в заимствованиях растет с каждым годом. Поэтому с точки зрения нашей экономической безопасности, цели, определенные главой государства, стратегии развития и меры, направленные на их достижение, побуждают направлять заемные средства прежде всего на реализацию проектов в рамках государственных программ развития по обеспечению экономического роста, социальную сферу, инфраструктуру, оборону, безопасность и в целом улучшение жизни населения. Надежда Усова, Азамат Кадыртоктоев, Бекжан Токтосунов, АЛАТО 24. Итоги недели.